Кратковременные сильные морозы нередки в северном регионе и в апреле. Обычно их сменяют теплые дни, когда снег активно тает. Однако на этот раз холода, не отпуская, держались целых две недели, что не свойственно даже нашему климату. С 20 апреля дневная температура будет выше 0. В пятницу и субботу нас ждут по-настоящему теплые дни – до 10 градусов. Далее столбик термометра опустится до плюс 2, плюс 5. Большинство дней будут облачными. В следующий раз высокой температурой погода порадует нас в мае.